Непредсказуемые судьбы бывают не только у людей. Когда более полувека назад, в самый разгар Великой Отечественной войны, было принято решение об открытии морского порта Ванино, руководители Советского Союза имели одну цель – укрепить обороноспособность государства. И укрепляли весьма сурово и жестоко. Сгоняли тысячи заключенных на строительство очередного бастиона коммунизма. Так возник поселок и порт Ванино. И никто не предполагал, что в будущем эта просторная, вместительная бухта станет охотно принимать суда любого порта приписки. Воистину, все флаги в гости будут к нам, как сказал поэт. А военные грузы, пушки, танки, знаменитые «Катюши» заменят товары сугубо мирные. Лес, уголь, строительные материалы, металлы, минеральные удобрения, техника, горюче-смазочные материалы, ферросплавы. Пожалуй, одно останется неизменным. Порт Ванино по-прежнему будет главными морскими воротами Хабаровского края. Через него, как и десятки лет назад, пойдут грузы на Сахалин, Камчатку, Магаданскую область, а со временем и в зарубежные страны. За всю историю своего существования порт пережил несколько этапов. Он строился, расширялся, набирал мощности. В середине 70-х коллегии Министерства морского флота СССР Ванино отнесен к портам высшей категории. Он активно набирал грузооборот и в конце 80-х стал первым среди портов Дальнего Востока, переработав 10 миллионов тонн груза. Но вскоре грянула перестройка и больно ударила всех и каждого. Пришлось резко менять курс. За прошедшее пятилетие произошло перераспределение и закрепление рынка. Порт теперь перерабатывает 5 миллионов тонн грузов и занимает довольно прочную экономическую позицию. В его структуре грузооборота по импорту преобладает глинозем, поставляемый из Австралии и Индии. Долгосрочные контракты на перевалку глинозема действуют здесь с 1993 года. При существующих мощностях порт имеет возможность перерабатывать до 1 миллиона тонн глинозема в год. А это немало. Традиционными для порта Ванино грузами являются лес и пиломатериалы, которые составляют 40% всего грузооборота. Наша страна все еще богата древесиной, и миллионы кубометров круглого леса и пиломатериалов самого различного ассортимента ежегодно отгружаются в Японию, Корею, Китай. Имея богатый опыт, технические возможности, квалифицированных докеров и других специалистов, порт успешно перерабатывает этот важный груз. Производительность одной технологической линии достигает 600 кубометров в смену. Средняя норма погрузки на суда составляет 1600 кубических метров в сутки. В начале 90-х годов порт переваливал 1 миллион тонн угля. Он предназначался для Сахалинской и Магаданской областей. За время перестройки его объем упал до нуля. Но в последние годы уголь снова пришел в порт. Его объемы неуклонно растут. Причалы и тыловые территории порта оснащены более чем 60 портальными кранами различных типов грузоподъемностью от 5 до 40 тонн. В 1998 году запущен в эксплуатацию мобильный кран австрийского производства грузоподъемностью 64 тонн. Он обеспечивает погрузку судна с темпом 23 контейнера в час и разгрузку с интенсивностью до 30 контейнеров в час. Теперь таких кранов несколько. А кроме них действуют козловые краны, а также гусеничные и автомобильные. Работают фронтальные погрузчики, спецтягачи, трейлеры, автопогрузчики, спецмашины для трюмных работ и другая погрузочная техника. Первый перегрузочный комплекс включает в себя 8 причалов и 2 пирса. Длина его фронта почти 1,5 километра. Здесь размещены 5 крытых складов полезной площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также открытые площадки общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. На переработке контейнеров задействован причал номер 7. Он имеет контейнерные перегружатели финского производства грузоподъемностью более 30 тонн и пропускной способностью
40 тысяч большегрузных контейнеров в год. К слову сказать, порт является звеном российско-корейской регулярной контейнерной линии Пусан-Ванино-Корсаков по перевозке большегрузных контейнеров в международном смешанном железнодорожно-морском сообщении и в каботаже на Сахалин. А перевозка контейнеров осуществляется транспортным флотом открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство», состоящим из специализированных судов большой вместимости. Сегодня в мире самым динамичным образом развиваются, конечно, контейнерные перевозки. Поэтому мы надеемся, что наш контейнерный терминал в ближайшем будущем будет работать на полную мощность, а его пропускная способность более 40 тысяч штук контейнеров в 20-футовом исчислении. Слушаю вас. Там звонил в начале 12-го склада, сказал, что сегодня пароход заканчивается. Экспортные черные металлы являются одним из наиболее приоритетных грузопотоков порта. В 2001 году было отгружено более 260 тысяч тонн черных металлов. Все они принадлежат региональному производителю, открытому акционерному обществу «Амурметалл» Комсомольск-на-Амуре. В номенклатуру черных металлов входят проволока, катанка и стальная заготовка. Обычно этот груз идет на экспорт в Японию, Корею, Китай. Порт разделен на три производственно-перегрузочных комплекса, каждый из которых специализируется на переработке определенных видов грузов. Цветные металлы, как правило, перегружаются на первом комплексе. После лесных грузов в экспортном грузообороте порта второе место занимает алюминий. Обычно он отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Японию, Корею, Китай, Соединенные Штаты Америки. Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» предоставляет полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по переработке внешнеторговых и внутригосударственных грузов. Сюда входят самые разнообразные операции – погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов на открытых и закрытых площадях, на таможенных складах временного хранения. Проводятся складские операции с грузами, их внутрипортовое перемещение, оформление транспортных и товаросопроводительных документов, услуги связи и так далее. Для осуществления этих многочисленных операций порт использует собственные производственные фонды, специализированные комплексы, терминалы, крановое оборудование и технические средства, а также арендованные у государства причалы общего назначения. В порту осуществляют свою деятельность несколько десятков транспортно-экспедиторских фирм и судоходных компаний. В начале августа 2002 года в порту Ванино сдан в эксплуатацию новый холодильник на 5000 тонн единовременного хранения продукции. Он имеет несколько камер вместимостью по 950 тонн с температурой хранения от минус 25 до плюс 5 градусов Цельсия. Холодильник расположен на причале номер 8, где с двух сторон имеются рампы с навесами. К одной подведены железнодорожные пути, рассчитанные на погрузку двух рефрижераторных секций. Вторая рампа предназначена для погрузки на авторефрижератор. Через порт Ванино проходит самый короткий путь от районов промысла в Охотском море и на Курилах до железных и автомобильных дорог России. Расстояние от Красноярска до Ванино по железной дороге на 1500 километров короче, чем до южных портов Приморья. И возможность осуществлять вывоз груза железнодорожным и автотранспортом позволит быстро доставить продукцию в любую точку страны. А новый холодильник позволит существенно снизить затраты рыбодобывающих, транспортных и рыботоргующих предприятий. И его профессиональный, доброжелательный, внимательный коллектив поможет каждому решить все возникшие проблемы с грузом. Цены на перегрузку и хранение способны конкурировать с другими рыбоперерабатывающими комплексами Дальнего Востока.
Когда-то, десятилетия назад, паромная переправа Ванино-Холмск была одной из самых грузонапряженных. Линия обслуживалась 8 морскими железнодорожными паромами ледового класса типа «Сахалин». Теперь их курсирует вдвое меньше. Но все происходит, как и прежде. Паром подходит к берегу, открывается его кормовая часть, и грузы подаются сразу на причал. Грузовместимость парома – до 26 железнодорожных вагонов и 10 автофургонов, кроме пассажиров. Периодичность движения паромов – до 2 в сутки. Действуют 2 паромные очереди с 2 причалами и подъездными путями. Все происходит довольно быстро и ритмично. Осуществив выгрузку автомашин и железнодорожных вагонов, паром принимает на борт все необходимые грузы. А жизнь, как известно, не стоит на месте. С введением в эксплуатацию автотрассы Ванино-Лидога, которая выходит на Хабаровск-Комсомольск, порт связался с центральными районами края. Эта дорога позволила осуществить перевозки напрямую, без традиционной железнодорожной перевалки, в оптимально короткие сроки. Решена проблема быстрой доставки контейнеров, скоропортящихся и прочих продовольственных товаров, в первую очередь для отдаленных районов Сахалинской области. В будущем предполагается увеличить пропускную способность трассы до 2000 машин ежесуточно. Все это принято с расчетом на увеличение мощности порта до 30 миллионов тонн грузооборота в год. В 3 раза больше, чем это происходило в самые лучшие времена. Работа такого сложного транспортного объекта, каким является морской порт, невозможна без участия морской администрации портов Ванино и Советской гавани, государственной структуры, призванной обеспечивать безопасность мореплавания, экологический баланс на акватории порта, контроль за надлежащим состоянием федерального имущества, причальных сооружений, их ремонт и новое строительство. Важнейшее направление деятельности морской администрации порта – это создание условий для прихода в порты новых дополнительных перспективных грузов – угля, нефти, строительных материалов, рефрижераторных грузов. На это направлены усилия коллектива администрации, в котором сегодня трудятся 250 человек. Сургут, Ванино-2. Ванино-2, Сургут. Добрый день еще раз. Подскажите, пожалуйста, вы водичку готовы сразу будете брать? Да, все сразу. Хорошо, подходим. Даже на первый поверхностный взгляд портовое хозяйство очень сложный, многофункциональный, тонкий механизм. Все его составляющие должны работать четко и слаженно, в тесной взаимосвязи друг с другом. Портовый флот – структурное подразделение Ванинского порта. Его основная задача – обеспечить непрерывную работу порта, предоставляя заходящим судам полный комплекс услуг по швартовым операциям, обслуживанию экипажей судов, стоящих на рейде, и бункировке судов водой. Высокая квалификация персонала портового флота, стабильность коллектива служат залогом высокого качества оказываемых услуг и его безаварийной работы. Буксиры-контовщики обеспечивают круглосуточную швартовку прибывающих в порт судов, в том числе крупнотоннажных, водоизмещением до 65 тысяч тонн. В летнюю и зимнюю навигацию буксиры проводят швартовые операции не только в пределах порта, но и арендуются для работы на севере, в порту Декастре. Перевозят различные грузы, навалочные, трубы, технику, контейнеры в караване с лифтером типа «Река-море». Самоходные плашкоуты транспортного флота порта в период навигации заняты на региональных перевозках грузов между материком и портами Сахалина, Южных Курил и севера Хабаровского края. Планируется постепенное обновление портового флота. В 2001 году по заказу акционерного общества на верфях крупнейшего в мире производителя буксиров компании «Дамен Галантия» был построен буксир-контовщик «Сизиман» мощностью 2700 лошадиных сил. Это буксир нового поколения, очень маневренный и сильный. Босс!
Окей, туда. Учитывая возрастной состав флота, в течение ближайших 5 лет предусматривается его поэтапное обновление. Но наряду с круглосуточной и круглогодичной напряженной вахтой в порту не забывают о состоянии его акватории, о том, что называется известным каждому словом – экология. Конечно, хотелось бы видеть воды бухты зеркально чистыми, но для этого нужно немало потрудиться. И катер-мусоросборщик делает свою неспешную, кропотливую работу. Заметим, кстати, что за последние годы ситуация с экологией изменилась к лучшему. Это видят и специалисты, и обычные люди. Незаметно радужных пятен нефти и мазута, не плавают щепки и мусор. Морю возвращается его первозданная прозрачность и чистота. И хочется в его голубом тумане увидеть парус, хотя бы единственный. Но он, слава богу, не один. Яхт-клуб «Альбатрос» – гордость юных ванинцев, существует многие годы. Его не сумела ликвидировать даже перестройка. Стараниями руководства порта и, в частности, его генерального директора Аполлона Михайловича Шенгелия, яхт-клуб продолжает пополнять свои ряды любителями морской романтики. А холодные воды Татарского пролива, его скалистые неприступные берега отличает особая, суровая красота. Только на первый взгляд они пустынны и безжизненны. Если внимательно всмотреться, то можно заметить в соленых волнах усатую морду тюленя. На заповедном острове Токи существует целая колония. Здесь отдыхают и греются на солнышке очень привлекательные тюлени – ларго. Чуткие и беззащитные. Вблизи причудливых скал и старинного маяка «Красный партизан» расположились морские котики. В Татарский пролив, соединяющий Охотское и Японское моря, впадают сотни ручьев и речек. Летом и осенью сюда спешит на нерест горбуша, сима, кита. Вода не кишит рыбой, как десятки лет назад, но кое-что встречается. А в дремучей, девственной тайге, чудом уцелевшей от пожаров, смешалась флора и фауна севера и юга. Есть свои эндемики. Дикуша – один из самых известных. И совсем недавно сюда пожаловали тигры. Неплохо, если бы насовсем. Равновесие и гармония в природе – вещь чрезвычайно хрупкая и ранимая. Стоит человеку усилить хозяйственную деятельность, и вокруг меняется многое. Расширяя сферу своего влияния, строя новый угольный комплекс, порт не пренебрегает мерами экологической безопасности. Ведь они важны не только для животных и растений, а в первую очередь для самих людей. Естественная глубоководная бухта площадью 1800 гектаров, по берегам которой расположены 20 причалов протяженностью почти 3 километра, представляет собой мощный современный порт. А рядом, на холмах, раскинулся поселок. Крохотный мегаполис среди когда-то нехоженной тайги, несущий в себе все приметы современной цивилизации. Пусть они не столь яркие и очевидны, но они существуют.
Сберечь все хорошее и убрать дурное, чтобы люди не чувствовали себя забытыми и обездоленными на этом краешке земли. Если вспомнить недавние времена, то он назывался поселком городского типа. Сейчас в нем проживает около 20 тысяч жителей, и каждый десятый работает в порту. Таким образом, порт – сердце поселка, и все будущее людей связано с ним. Будет он, как и прежде, главными морскими воротами Хабаровского края, значит, не станут уезжать отсюда люди. Появятся на свет юные коренные ванинцы. И придет время, они пойдут в новую просторную школу, фундамент которой был заложен в далеком 1990 году. Затем строительство было отложено в силу экономических причин до конца века. Но 1 сентября 2002 года новая школа открыла свои двери для более чем 800 ребятишек. В ней два больших спортивных, актовый и танцевальный залы, вместительная столовая, специальные помещения для библиотеки, мастерских технического труда, тир. В отдельном здании размещается автокласс с гаражом, будет оборудована спортивная площадка. А само здание школы радует не только учеников, но и всех жителей поселка. И это, наверное, здорово. Не слишком много радости испытывал каждый из нас в последние годы. Хочется думать, что все неудачи и невезения остались где-то позади. Но, говоря по правде, повезло тому, кто не утратил бодрости и силы духа, кто в эти трудные перестроечные годы не стоял на месте, а искал новые пути и возможности. Ванинский морской торговый порт одним из первых акционировался. Срочно разработал оригинальную систему хозяйствования. Был введен режим жесточайшей экономии по всем уровням и звеньям. Порт решил отказаться от использования кредитных средств. Работникам предприятия был предложен выбор. Если роскошествовать сегодня, то завтра всех разорит налоговая инспекция или какой-нибудь банк. И люди поняли, лучше вначале затянуть пояса, зато потом жить достойно. Такая тактика позволила найти выход из кризиса. Те, кто сохранил веру в свое предприятие, в конечном итоге выиграли. Приятно сознавать, что никто не подвел. Ни руководство порта, ни его рядовые сотрудники. Людям сегодня возвращают старицы, стабильно выплачивая дивиденды по выпущенным акциям. За прошедший год дважды повышалась заработная плата. Если раньше по ее уровню порт отставал, то сегодня он в числе лидеров. Команда, которая управляет портом, всегда работает в напряженном режиме. Люди понимают, что на правильном пути, придавая большое значение не только профессиональному уровню своих сотрудников, но и формированию сплоченной команды, объединенной общей целью. И результаты не замедлили сказаться. Если говорить о будущем нашего порта, и как бы в заключение мне бы хотелось, во-первых, зная, что 60 лет – это не такой уж круглый юбилей, не такая круглая дата, но тем не менее для нашего порта достаточно значимый факт, потому что за эти 60 лет порт прошел практически 4 таких этапа своего развития, 4 ступеньки, как будем говорить, это начало строительства, послевоенные годы, значит, начало строительства первых причалов, затем паромной переправы, третьей очереди порта, и вот сегодняшняя ситуация, так сказать, новое время, послеперестроечное время. Главное во всем этом деле, что хотелось бы подчеркнуть, что все, что здесь есть, и все, что мы имеем на сегодняшний день, и та уверенность, о которой я говорил, она базируется только на одном, на вере в тех людей, которые здесь у нас работают и живут, здесь Ванины. С особой благодарностью необходимо отметить и подчеркнуть тех ветеранов, я не буду перечислять фамилии, называть конкретные лица, потому что их очень много, кого-то упустишь, можно кого-то обидеть. Но подавляющее большинство работников порта, которые здесь проработали, в основном костяки, вот эти люди, которые работали 2-3 десятка лет в этом порту. И именно благодаря их усилиям, их труду, создано то, что мы сегодня имеем здесь у нас на территории. Хотелось бы всем вам пожелать здоровья, поздравить их всех с нашим юбилеем, некруглым, еще раз подчеркиваю, и пожелать всем уверенности, твердой уверенности в том, что завтра будет лучше, чем сегодня.